Всем привет, мои дорогие подписчики! Я всех рада видеть на своем канале. Сегодня я хочу вам показать рецепт, опять итальянскую кухню. И хочу приготовить макароны с баклажанами. Или пасту с баклажанами, скажем так. Вот. Что нам для этого понадобится, сейчас я вам покажу. Получается, блюдо это очень вкусное. В принципе, оно получается недорогое, сытное. Продуктов нам понадобится немного. Так что давайте сейчас я вам все покажу и начнем. Так, что нам понадобится? Нам понадобятся макароны. У меня вот такие пенны. Вы можете любые взять макароны, какие вам больше нравятся. Можете спагетти даже взять, неважно. Вот, потом нам понадобятся баклажаны, но баклажаны я уже порезала, посыпала их солью, и после того, как они сейчас чуть-чуть постоят, я их потом промою в воде и высушу бумажным полотенцем. Нам понадобится сыр твердый, натертый, но если нет твердого сыра, натертого, можно и обычный заменить, чеснок, лук, помидоры и зелень, ту, которую вы любите, неважно. И тут я поставила уже кипятиться водичку. У меня уже вода закипела. Сейчас я буду закидывать сюда макароны. Вот, сковородочку я тоже подготовила. Помидоры также можно заменить. Продаются такие уже готовые протертые томаты в собственном соку. Можно вот заменить, то есть натуральные помидоры уже на такую готовую продукцию. Так, начнем. Итак, водичка моя закипела, и я засыпаю сюда макароны. Водичку я посолила. Я буквально буду делать на 2 порции. У меня один небольшой баклажан. Вот. Пока макарончики варятся, вариться они будут буквально 8 минут. На упаковке у меня указано на этих макаронах, что если вы хотите альденте, то 8 минут. Вот. Я буду делать альденте, поэтому надо не прозевать 8 минут. В сковороду мы льем оливковое масло. Итак, я режу полукольцами лук. Полуколечками. И в разогретую сковородку кидаем лук и кидаем туда чеснок. Чеснок нарезаю не очень мелко, такими долечками, вот такими долечками нарезаю чеснок и отправляю его сюда же. Я уже промыла баклажаны, и теперь я полотенчиком бумажным вот так их вот так их промакиваю, чтобы их просушить, чтобы у них ушла влага. Так, хорошо. Теперь помешиваем, доводим не до золотистого цвета, а до тех пор, пока лук просто станет немного прозрачным. Наш лучок станет немного прозрачным. И тогда мы сюда уже забрасываем наши баклажанчики. Все, лучок дошел до готовности. Наши баклажаны. Огонь можно сделать поменьше. И всякое перемешиваем.
макарончики тоже перемешаем. И тем временем нарежем помидоры. Хаотично, так как вам хочется. Я вот такими колечками просто буду. У меня маленькие черри помидоры. Если большие у вас помидорчики, то, соответственно, нарезайте их, ну, квадратиками можно. Чтобы они просто тоже успели протушиться вместе с нашими баклажанами. Блюдо получается очень вкусное. Можно добавить уже помидоры. Я думаю, помидорчики я добавлю еще побольше, чтобы оно маловато. Пока эта красота у нас еще тушится с вами, можно нарезать зелень, подготовить зеленушку. Зелень тоже не обязательно сильно мельчить, можно ее нарезать довольно-таки крупновато. Так, подготовлю тарелочку. Итак, макарончики, по-моему, наши готовы уже. Сейчас я попробую одну штучку. Альденте – это когда, если кто не знает, когда на зубу немножко даже хрустит, как бы, да, немножко такие недоваренные они. Да, у меня уже альденте. Я выключаю и сливаю. Я сливаю наши макароны. Немножко можно их сбрызнуть также оливковым маслом, чтобы они не слиплись. Но если макароны хорошего качества, они не слипнутся. Так, промывать их, соответственно, водичкой не надо. Так, и уже у нас готова наша подливка из баклажан. Итак, сейчас мы будем уже, тоже я все выключаю. И сейчас мы будем уже сервировать нашу тарелочку. Итак, все, мы сервируем нашу тарелочку с вами. Выкладываем сюда макарончики. Так, макарончики выкладываем в наши баклажаны. Так, так. Я еще кинула туда просто целые такие помидорчики черри, тоже, чтобы было красиво. Вот у меня получилось на две порции. Еще на одну. И после этого мы посыпаем все это зеленью. Вот так. Вот получается вот такая красота. Очень вкусно. Сверху опять также можно немножечко полить. А, даже не этим. Вот у меня такое есть еще масло. Сбрызнуть маслицем. Вот такое блюдо, баклажаны. Макароны с баклажанами у нас получилось. Очень вкусно, все быстро. Аппетит. Вот такое блюдо у нас получилось с вами. Последний штрих. Посыпаем сыром. И все. Приятного аппетита всем. Готовьте с удовольствием. Кушайте такое блюдо. Это очень вкусно. Просто готовить. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Пишите комментарии. До новых встреч. Все. Пока-пока.